сегодня был классный концерт. Ростов круто сделал. Завтрак. Без завтрака ничего не получится. Короче, прикол в том, что после где-то 7 лет стендап-комедии, когда занимаешься ей, тебе начинают, короче, завтраки такие хорошие уже подносить. За 7 лет вот я вот такой вот круассан, здесь норвежский лосось, швейцарский огурец и голливудское масло. Ну, прикольная тема. Всем рекомендую, позанимайтесь. Стендапчиком, или потом будете хавать эту тему всегда. Выключите, пожалуйста, выключите камеру. А мы, это мы снимаем наш тур, нормально. Камеру. Это моя личная. Это мы, типа, для себя, типа. Своих здесь концерт? Для своих кентов, да. Сколько? А во сколько у нас концерт? 7. А у тебя? 8. Я позвал, здорово, с нами. Не успеешь закатывать? А потом, если что, мы можем закатить к вам потом? Конечно. Заебись. Прикольно. Все, мы придем. Круто, приятного. Спасибо. Короче, потом после концерта поедем в офис. Славу на концерт. Но зато это будет нормально, типа, удобно, стильно. Спортивные носки готовы. Соболь всегда ходит заниматься в спортзал, он настоящий профессионал, как и я. Блядь, это ты уже третья пара, и она плачет. У них там у всех глисты, походу. От проблем не убежишь. Я от меня не убежишь! Я, Игорь, проблема. Восемь тысяч раз сделал. Еще сделаю раз 15. Не, конечно, ты занимаешься. Каким ты чувствуешь пельмени вообще? Пацаны и девчонки, занимайтесь спортом. Спорт — это сила! О! Все, сейчас буду дописывать материал. Могу вам через час показать, что будет. Хотите увидеть? Заходите через час. Ну нахер. Привет. Мы едем на фотосессию. Я фотограф встречусь с фанатами. Посмотрим, сколько их будет. Сегодня у нас здесь будет большая фотосессия. Детский сад. Ну не серьезно, то есть у меня дел дохуя, то есть мне нужно сейчас концерт там все смотреть. Мне надо позвонить нашим организаторам и поругаться на них. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. История вообще, кто-то только не выступал, наверное, да? Супер Макс был, Джон Лорд был, Уда Дирк Шнайдер был, Сепультура была. Гребенщиков был. Светилка. А можно спуститься? О! Человек зол. Волк упал. Это пушка. Спасите меня! Борис Гребенщиков. Сад, сав диван. Офигеть. Ну как, жил бы так? Ты че, вообще да. Что это такое, да? Прикольная штука. Не пей на работе. Это очень важно, кстати. Итак, Борис Гребенщиков. И под небом голубым. Сегодня будет третий концерт, не знаю, что это получится. Сейчас буду дописывать пару шуток, доделаю. Допишем шутки. Проверим несколько новых шуточек. Проверим, может, какой-нибудь блочок новый. Сейчас, думаю, родиться быстренько. Сейчас час осталось. Как раз сейчас самое время, знаешь, когда адреналин.
Простите, а вы знаете, кто такой Илья Соболев? Нет. Окей. Вы знаете, кто такой Илья Соболев? Да. Дорогой, да, дорогие, конечно, дорогие. А скажите сумму? Миллион. Передаю привет Соболеву Николаю. Подписано на канал. Колокольчик, дигидончик нажимали, все делали. Что ждете от концерта? Чтобы Илюха не был ибланом, да, наверное. Привет, как дела? Хорошо, все пришли? Да? Отлично. Кого нету? Двоих нету. Ждем. Да не, они выступали вот здесь. Итак, я рад вас здесь видеть, в этом замечательном здании. Сказали, что старое очень здание. Меня все пугали, говорят, пиздарики, все провалится, сцена обвалится. Это здание, знаете, какого оно года? 900 какого-то года постройки. Здесь, что, здесь выступал Гребенщиков. Представляете, вон в том туалете блевал Борис. Это пиздец. Сегодня будет много мата, многих всяких прописки будем шутить. Ну вот, то, что вот многие из вас взяли с собой, то и об этом посмотрим. Не, некоторые стегнули и говорят, Лена, блядь, эта штука мне сегодня не пригодится. Взял письку. Взял? Свою или типа, блядь? Вторая тоже не повредит. Ну то есть... Подождите, подождите, у нас есть сразу же хмурый человек. Мы их вычисляем сразу же. Как у вас настроение? Не-не, не ты, ты нормальный, брат, это вот еще, вот это, ты был грустный, сзади тебя просто сидит, просто, человек мелодрама, это просто, в нем снимали «Титаник», вот в этом человеке. Здравствуйте, как вас зовут? Женя, все нормально? Соу-соу пока? Пока ты ждешь настроения? Отлично. Какое ты хочешь настроение сегодня, игривое, или юмористическое, или такое пробивное? Трэша хочешь, да? Трэша, хочешь, чтобы было жестко, да? Ты жесткий, ты один пришел или с кем? Один пришел на концерт и хочешь трэша. Очень хорошо. Ты что, выбрал, блядь, пиздюков? Смотри, с кем ты сел, у тебя башка. Просто вообще. А, так вот почему ты такой грустный, у тебя у жопы парень, да? А, он думает, так, немножко расслаблюсь и сзади будет, блядь, подарочек. Жень, ты из Ростова? Нет? Откуда? О, ты приезжий. Это хорошо. А ты здесь в Ростове что делаешь? Тебе приехал. Ебать. На БТР? Ну, это опасно, блядь. Презентик. А что делаешь в Донецке, где работаешь? О, какой-то бизнес у тебя. Что продаешь? Товары первой необходимости, шлюшек. Смотрите, мы... Женя! Шлюх-маркет на Ленина 7. Шлюшки на любой вкус. Такие, такие, такие. Всего три. Хорошо. Ладно, хорошо. Так, надеюсь, это еблан, нет? Кто там идет? Кто-то там... Передвижение ебланов, это очень интересно, знаете. Надо сюда поставить прогноз погоды, кто-нибудь не ведет здесь, типа, сегодня в зале будет ебланский, достаточно, ебланы будут курсировать слева, направо, а большой фронт бабок выпадет возле балкона, вот здесь. Ты вот в очках. О, привет. Как настроение? Отлично, видишь меня? Лена, блядь, давай в первый сядем, я нихуя. Я нихуя. Мы на 20-м, мы на 1-м. Раньше видел хорошо? А, ты с девушкой познакомился же после того, как потерял зрение? Я так... Зовут тебя как? Семен! Откуда приехал? Я из Сентуки. О, ты такой здоровый, да ничем не болеешь, наверное, да? Да? Ну, это такой, писаешь, там пузырики идут. Есть такое? Осталась привычка из Сентуковская, когда... Как девушку зовут? Жена Мария. Мария, стакан! Семен, прекрати, давай купим нормальную. Там по-любому другой вкус. Такой же, поверь.
Мне мой батя давал попробовать. Вы парочка вообще. Да, брат. Вы с Семеном жили? Ну это должно волновать только его жену, пиздец. А что делаешь ты? Свадебный диджей? Ну, давай честно, неинтересная профессия. Отличная? Ну что интересного у тебя было последний раз во время работы и диджеем? Понятно. Давай ты думай пока. Так, вот тут вот, давайте вот, вот первый ряд, вот там, посерединке. Вот, нет, дальше, дальше фонарь. Сколько? Серьезно? Ну давай пообщаемся с тобой. Как тебя зовут? Никита? Круто, Никита, а что ты делаешь сейчас? Мешаешь, блядь, шоу! Давайте дальше. Давайте туда, в центр. Никита, это пиздец. Представляю, где-то какая-то брачная ночь, блядь. А, Андрей, это так хорошо. Да, Люся, это вот это прекрасно. И ты, блядь, из форточки. Я твою мать, я тоже из Ростова, дай трахнуть! Кто? А еще туда пушкой может уехать? Во-во-во, еще. Не-не-не, вот туда. Просто у нас этот самый чувак остался с Мундиаля, негр, он нихуя не понимает. Туда вот. Не меня, пизданул. Так, хорошо. Так, так, Семен, давай так, скажи мне любое число до 12. 11, ты. Почему? Догадайся. Итак. Балкон! Есть кто-то на балконе? Балкон, это всегда люди. Вот вы одеты все, первый ряд, потому что вас видно. Красивая одежда, помылись. Там нет. Добро, что одеть? В смысле одеть? Взять грязь, хер прикрыть, прийти, сесть. В темноте никто не обратит внимания. Пушка, можно посадить на балкон? Во-во, подожди, стой! Как они сидят, блядь, на подоконнике, смотри. Еще ближе. Ближе, иди сюда ко мне, едь, езжай. Ой. Девочки, вы что, какаете? Что случилось? А что вы так сидите? Мест не хватило? Вы подружки? Тогда будет смешно? Когда ты съебешься отсюда. Я жду, когда ты уйдешь. Выдавливаю тебя. Чувствуешь, еблан в тебе просыпается. Мне интересно что-то. Сейчас начнется, брат, пиздец. Сейчас вот начнется шоу, ты просто поймешь, что надо идти домой. Иди к мамке, говорит, мама, это просто провал. Те деньги, что я у тебя занял, ушли никуда. Реально, включи мне Машу и Медведи, и то пизде. Чё говоришь? А, у тебя еще и билет бесплатный? А, то есть ты вообще еблан настолько, что ты даже не можешь просто так поулыбаться, да? Ну, что ты хочешь, какую тему? Про что ты хочешь пошутить? Про рыжий? А ты рыжий, да? А, ты хочешь, чтобы я шутил? Ну давай, как тебя зовут? Как? Билан, не нахуй, что? Он говорит, Билан, какой Билан? Билана я знаю. Хотя, да, ты тоже педик, но так в целом внешность совсем другая. Ты встал, жопа болит или что? Что случилось? Я не понимаю, в чем прикол? Встал, блядь. Так, привет, есть, блядь, претензия к шоу. Я, если... А? Потому что бесплатно, да. Как у тебя дела вообще? Нормально. Нормально? Да. Ну, сейчас. Тебя как зовут-то? Как? Иван? Иван? Не, брат, это не я, Иван, это ты говори. Вытащи хер, там, яички, вот все, что тебе мешает высказаться. Я понимаю, что тебе будет тогда, ну, некомфортно, потому что, как бы, твой, ну, батя офигеет. Скажут, в смысле, за что я тебе подарил билет? Бесплатно сюда пришел? Мои ролики, блядь, отдай. Милан. Как тебя зовут? Милан кто? Билас, блядь, что тебе нужно? Давай подойду, тебе скажу. Передайте кто-нибудь, я что?
Имя твое? Тишина. Филат? Ты прикалываешься? Ты Филат? Как ты, блядь, рассмешишь-то? У тебя... Филат? А как маму зовут? Понтий, блядь? Ну вот сейчас стало весело. Сейчас стало весело? Да. Хорошо. Я рад, Филат, что тебе понравилось. Да? Да, конечно, брат. Шуткой? Ну вообще можно, но я тебе в член говорить не буду ничего. Это к Филату. Смотрите, мы... Как тебя зовут? Макс. Если сейчас не будет не смешно, ты будешь виноват, все шоу повалится. К чертям будет неинтересно, это все будет из-за тебя. Договорились? Берешь на себя эту ответственность или будем переходить к программе? Берешь ответственность, хорошо. Как тебя зовут, Макс? Так, видишь, никто не смеется. Пиздарики, пока. Чем ты занимаешься? Учусь, блядь. Так скучно. Так. Давай. Порнушку любишь? Давай вот про порнушку лучше. Про твою учебу. Какая любимая порнушка у тебя? С кем? С беременными. Филат, я видел в тот раз на... Ты шутишь? А какую любишь? Ну, типа, когда кто? Женщина и мужчина? А лучше две женщины, да? А, ну хорошо, хорошо. А ты один в семье? Нет? Есть кто-то? Сестра, брат? Сестра. А, любишь, когда и мама, и сестра, да? На видео. Пизду его. Давайте продолжать. Итак, поаплодируйте, пожалуйста, всем тем, кто здесь был. Вы все очень молодцы. Что-что? Да. Может попросить тебя съебаться отсюда? Ты просто... Может, ты уйдешь, брат? Если хотите, чтобы он ушел, поаплодируйте. Пошел нахуй. Правда, уходи, уходи. Уходи, уходи. А выведите его, пожалуйста. Ну, ты просто реально не вовремя реально пердишь. Ты, если хочешь попиздеть, потом тут у нас время. Давай так. Что-что? Созвон я смотрел, но это нахуя ты мне говоришь? То есть ты это нормально, если фильм идет какой-нибудь, ты заходишь туда в кадр и говорит, так, Квентин Тарантино, заткнитесь нахуй. Созвон смотрели? Ты же смотришь процесс, братан, а даже тебе не посиделки на кухне. Я понимаю, что ты сидишь на чем-то там, типа на чем-то, но... Что? Пускай выведут, правильно? Это нормальная практика, братан. Пожалуйста, иди нахуй. Давайте все вместе. Иди! 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 Он не уходит, потому что он уже на нем. Поэтому, пожалуйста, это все надо слушать. Это же такое шоу, это же не песня. Бугачева, можно сказать, иди в пизду, а она как бы не остановится на фонограмму. Все, договорились? А ты еще и куришь. Охуенно вообще. Пускай вырежут. А вы курите, да, пацаны? Да, да, курим. Да? Блин, ну это вообще, ну это свинство. Ну это пиздец. Еще и колитесь, ну правда, съебитесь. Ну реально, без обид. Вам вот взрослые люди по 55 лет, у вас скоро уже хуй не будет стоять. Уходите. Я вам потом. Блять, ну есть охрана, ну вы. Да, выведите, пожалуйста, ребята. Сейчас не шутка. Вот эти вот чуваки. Все ушли нахуй. Правда. Это перебор. Так нельзя. Аплодисменты, ребят, пока. Курите там на улице. Уходите, уходите. Ну реально. Вы сбиваете реально, я искаю. Ну да, пацаны, курите, так не делайте, уходи. Уходи, уходи, уходи. Уходи. Давайте поаплодируем, это правильная вещь. Проваливайте, ребята. Спасибо большое за то, что были частью программы. Охранник, вы тоже аплодисменты, молодцы. Мы все люди, я на самом деле стараюсь, я хочу, чтобы все наше... Шутка, иди нахуй, вообще отличная была. Да, я очень хочу накопить деньги и попасть на первый ряд, чтобы ты меня хейтил. Жду тебя на первом ряду. Мне нравится интеллектуальный юмор. Что хотите прямо сейчас передать или он пидор, не отвечает на мои сообщения в Инстаграм. Ты одет как Соболь. Я знаю. Ты вот.
Или он как я? Миша, красавчик. Тебе в политику вообще надо идти. Баллотируйся в президенты, да, много шути, может быть, хоть так тебя послушают люди. Это не моя мысль, это мысль моего парня. Он старается сильно, потому что думает, что и правда вставят. Она такая, меня все узнают. Отыграю на все. Ну, мало ли. Кстати, Илья, мне очень понравилось. Просто восхитительно. Я хоть подарок Илье в знак благодарности. Если он закроет глаза. Для денег. Сегодня на выступление вывели двух ибланов, вообще реально взрослые дядьки, это 50, просто курили в зале. И это очень редко так бывает, но это вот момент такой, знаете, вот такого неуважения типа к артисту. И я не то, что это, я сейчас не про себя даже говорю, я в целом говорю, то есть даже неуважение к зрителям, да, они пришли, возможно, они эти билеты где-то нашли, блядь, на мусорке или где-то их получили, но тем не менее, так нельзя, если вы смотрите, если вы ходите на концерты комикам, попиздите в момент, когда видно, что это нужно, и если вас несет, вас выгонят со стендапа, поэтому добро пожаловать на мои концерты. Друг, да, он тоже, он выходил к ним, вот он с ним. Ростов-на-Дону. ВКонтакте. Да, вот он. Нормальный парень. Что он? Так что он? Ну, перепил вот этот вот его друг. Братан, да, мы тебя, ну, уважаем и любим, правда. Ну, реально. А ну, давай. Ты в определенный момент просто уже начал мешать, и люди уже, ну, было шоу, как бы, шоу было уже тяжело с тобой. Мы бесплатного, давай пригласим в следующий раз просто. Только ты не пей. Чтобы билеты не пропали, мы тебя приглашаем официально бесплатно на следующий концерт, который будет со мной. Только приди, пожалуйста, трезвый. Ты получишь огромное удовольствие, и мы найдем каких-нибудь ибланов и выгоним. Вместе. Вместе с тобой. Ты будешь безумно счастлив, что они покинули зал, потому что тебе они мешали. Ладно? Реально, респект. Потом просто надо будет, ну, когда будешь до фишек, Кань, позвони организатору. Сегодня был классный концерт. Ростов круто сделал. Охуенно, чувак. Хочу, чтобы вы показали, короче, в этом нашем дневнике. Он очень смешной. Я его звал поучаствовать в смешных деньгах. Нам кажется, что Нина похожа на Настю Рыбку. Меня, как зовут этого чувака? Лесли. Короче, мы, наверное, нужно спать. Все, увидимся в Воронеже. Мы поехали в Нарнию. А вы знаете, кто такой Соболев Илья? Соболев Илья кто такой? Не знаю. У него концерт сегодня был в Ижевске. Ну что, мы поедем? Ну, останьтесь. Вы придете в 7 часов сегодня ко мне на концерт? Я приду. Серьезно? Ну, там будет, это будет типа юмористический концерт, но там будет пошловато немножечко. Вы не боитесь, когда пошловато? Да в моем возрасте, вы знаете. Ну и все. Спасибо, что вы пришли. Я извиняюсь, там было столько много всяких гадких слов. Нет, ты такой хороший. Вы смеялись? Я хоть и где-нибудь? И плакали? Я и смеялась. Серьезно? Вообще. Спасибо. А теперь спасибо, что ты меня вытащил сюда. Угу. Ты мне такой подарок сделал, у меня на днях день рождения. Правда? Ну вот видите, как хорошо. Ну конечно, я бабка, мне будет уже 59, но ты вообще молодец. Спасибо. Я так рада, что я вот познакомилась.